Соблюдать тишину в библиотеке не обязательно в этот день, а точнее в эту ночь, Библия-ночь. Она уже стала традицией, и каждый раз ее программа удивляет каждого, кто решил стать гостем учреждения культуры городского округа. После того, как вышла первая серия сериала «Солдаты», начинали мы где-то 6 апреля, мы начали этот сериал. В первый день были только два человека. Это я и Алексей Маклаков, это прапорщик Шматков. И вот когда мы закончили этот день, режиссер Орланд, он сказал, говорит, я, говорит, всегда загадываю, вот как первый день пройдет, так и вообще пойдет весь сериал. Роль Кузьмы Соколова в сериале «Солдаты» стала одной из самых ярких киноработ Ивана Маховикова. На его счету несколько десятков ролей в известных картинах. Актер театра и кино стал гостем Щелковской центральной библиотеки в эту «Библия-ночь». Конечно, у нас, наших читателей, нас всех интересует не только со своей профессиональной стороны, но и в первую очередь как человек. Нам интересно увидеть актера, которого знают все, который всем известен, да, вживую, задать ему вопросы, ну и получить автограф на память. Душевный разговор в уютной обстановке с интересным человеком, творческой личностью. Ивана Маховикова в Щелкове знают не только как актера. В структурном подразделении Центрального дворца культуры «Заречный» он работает с 2016 года. Воспитывает в юных щелковцев любовь к театральному искусству, искусству в целом и, конечно, культуре. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.